Хорошее. Какое? Оба. Ядовитого. Почему, когда я ей в лицо говорю, не покупайте Игорю синтетику, он в ней потеет, она не слышит. А когда я тебе в другой комнате шепотом сказала, что она истеричка, она все прекрасно услышала. Хочу увеличить грудь. Ну, сиськи хочу сделать. Сиськи? А что ты мне не сказала? Ты бы за компанию пошла? У нас как раз сейчас акция 4 сиськи по цене 3. Слушайте, а Дима сегодня будет с этой своей... С Олей. А кто ее до этого видел? Я нет. Всем привет. Слушай, Ира Питер, это разве Оля? Нет. Молодец. Дай петушка. Из вашей встречи такое ощущение, что на мне все издеваются. Если вдруг вы, ну что-то такое узнаете, вы все мне все расскажете. Я клянусь, я первый приду вам скажу. Бывает. А ты действительно этого хочешь? Да. Ну тогда слушай. Так что, ребят, ни у кого никаких секретов нет? Тогда давайте сыграем в одну игру. Мы все кладем мобильные телефоны на стол, все звонки на громкую связь, смс-ки зачитываем вслух. Малыш, я так хочу тебя. Может, кто-то ошибся? А почему он ошибся именно так, и что попал именно к тебе? Дим, ну он же должен был куда-то ошибиться. Да. Лев хоть психолог. Какой лев? Айзмари. Мужской лев. Кать, дай телефон. Совсем крыша поехал. Псих, конечно. Я не хочу про девочку. Они никому ничего не расскажут. Они всем все расскажут и в конце добавят. Только, пожалуйста, никому не рассказывайте. И это будет означать, что они ничего никому не рассказали.